Переговоры на межгосударственном уровне по поливной воде уже дают свои результаты. Таджикистан будет сбрасывать дополнительные объемы воды из водохранилища Пахри-Точик для нужд Туркестанской и Кызылординской области. Учитывая сложную водохозяйственную обстановку, в бассейне Сырдари таджикская сторона согласилась с июня по август поставлять дополнительно из водохранилища Бахри-Тачик 315 миллионов кубометров воды. Данный объем позволит снизить дефицит поливной воды в вегетационном период Туркестанской и Кызылординской областях. Казахстан, в свою очередь, окажет Таджикистану материально-техническую поддержку в случае возникновения негативных последствий дополнительной сработки водохранилища Бахри-Точик, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.